Доброе утро всем, Guten Morgen. Если вам кажется, что наша сегодняшняя гостья вам кого-то напоминает, мне кажется, она просто живет в каждой девушке, где-то там глубоко внутри. Это Альха. Встречайте. Я с 18 лет сама плачу за воду, газ и свет. Одна с сумками иду к трамваю, сама проблемы создаю и сама их решаю. Кажется, никто мне не нужен. Ну и что, что некому приготовить ужин? Уже не пешка, но еще не дамка, а типичная амбициозная самка. Вокруг меня одни малолетние мужчины, что пытаются казаться сильнее за счет недоразвитой щетины. Но на арене моего цирка появился индивид, который совсем иначе обо всем говорит. Мой творческий мир удивляет фантастически, его склад ума аналитически. Внутри меня стремительно взрывается химкомбинат. Мне кажется, все могло быть офигительно, если бы он, если бы он не был женат. И я начинаю спасаться на воображаемой лодке, потому что большинство моих знакомых не годятся ему в подметки. Это не истерика и не бешенство матки, просто из-за него теперь все в еще большем беспорядке. С ним интересно и удивительно, он словно к чаю шоколад. Мне кажется, все могло быть офигительно, если бы он, если бы он не был женат, не был женат, не был женат, не был женат. Доброе утро. Зовут. Очень приятно, у вас очень красивая помада. Спасибо. У меня лучше. Да, у вас лучше, без сомнений. После того, как вы стали звездой интернета, я просто не могла вас не пригласить. Расскажите, с чего вот все началось? Сначала было слово. И слово было Альхой. И так получилось, что в какой-то момент я поняла, что я хочу писать на русском языке. Мне очень нравится писать на русском. И один молодой человек стал катализатором этого процесса. И у меня вот понеслось. Словно сквозь сосны несется лось. Вы говорите прямо стихами, это все как ваши песни. Да, я говорю стихами, но ты не забывай, что было между нами. Но ваши клипы, снятые на iPhone, набирают сумасшедшее количество лайков в интернете. Да, потому что в каждой из нас есть Альха. Она глубоко социальна, она печальна, и ее лик многострадальный. В общем, да, это девушка, которая разочаровалась во всем, но все-таки пытается как-то находить что-то хорошее. Ну, как минимум, свет в вашей студии хороший, мне нравится. Елочки тоже вот. Елочки, да, Новый год, но у меня нет никакого календаря. Я живу вне времени и вне пространства. В каком месте обычно у вас рождаются песни? На кухне. Я просто кухонный персонаж, да. Мне очень нравится, когда я готовлю ужин, и, конечно, многим из нас он не нужен. Но, да, в общем, кухня. И он бы мог быть мужем. Но он не может быть мужем, потому что нет. Потому что он же... А вы знакомы с творчеством группы «Горчица»? Что-то слышала, но я плохо знаю их творчество. Да? Мне кажется, там какая-то вокалистка странная. Странная, да? Угу. Да? Ну вот я не доверяю таким девушкам. Почему на английском? Как-то непонятно. Ну а музыканты с группы «Горчица» что-то вам говорили? Я знаю, просто вы как-то там связаны чем-то где-то. Связаны одной цепью, скованы одной нитью. Да, у нас немного есть связь. Но они относятся к Альхе, я думаю, с уважением и со спокойствием. Ну, потому что это совершенно другой человек. Что от нее взять? А вас приглашают уже на корпоративы? У вас забита, к примеру, новогодняя ночь? Конечно, да. Я играю вот в столице Мадагаскара, на Антананариву. Да, обязательно у меня будет новогодняя ночь корпоратив. Я там спою свой третий альбом. Ну ладно, у меня его еще нет, я вам вру, простите. Вот, творческим людям это свойственно. В общем, да,
Да, я буду петь. Я буду петь всегда. Но на самом деле у вас не только одна песня. Я знаю, у вас уже есть четыре. Четыре, да. Четыре песни. Три на... Это такая, в общем, глубоко любовная лирика. Mm-hmm. А четвертая такая социальная. Да? Ну да. Давайте. Ставим еще. Встречайте! Yes! Берегите свои ушки, для вас поет Ольхушка. И вроде бы все отлично, температура в норме, но скитаюсь по квартире истерично, с комом в горле, внутри меня происходит какой-то депрессивный процесс. Все раздражает в бытовом обиходе, а вроде бы еще не ПМС. Хожу, как австралопитек, как австралопитек. Вино, ой, всему. Грёбаный Жек, дайте же мне горячей воды. Я словно в зоне вечной мерзлоты. Вы чё там реально обалдели? Срок профилактики закончился уже как 2 недели. Имейте же совесть, вашу мать. Я хочу теплую ванну принять. Как мусульмане воспевают Коран, так и я молюсь на горячий кран. Чтобы женатые мужчины, Жек и другие особи вас услышали. Спасибо, Даша, спасибо. Спасибо. Красивые мне приятно, приятно с вами познакомиться. Передавайте привет Оле Дебровой. Она мне очень напоминает вас. А, хорошо. Хорошо? Передам. Да, спасибо. Да. Это была Альхам, а Guten Morgen продолжается. И мы сегодня говорим про альтер-эго наших любимых звезд.